В поселке Челна впервые появились тротуары, а также 3 километра 150 метров нового автомобильного покрытия. Дорогу отремонтировали в рамках НАСС-проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Случилось это радостное событие неожиданно для самих челнинцев на деньги, сэкономленные при строительстве дороги между Петрозаводском и Суоярви. Мы обратились с запросом по поводу того, что у нас асфальтобетонное полотно пришло в негодность. Оно было все в ямах, изрыто ямами. И когда нам пришел ответ, что мы в этом году будут нам ремонтировать дорогу, мы очень рады. Огромная благодарность и подрядчикам, и со стороны правительства, внимание нашему поселку. Ремонт согласовали с устройством тротуаров и водоотводных канав, который финансировался по другому проекту. Вообще, я первый раз вижу это в поселках, поэтому это отличный старт. Я надеюсь, где-то это все будет сделано везде, по одной стороне, хотя бы. Сейчас на Бровку никто заехать не может из-за этих тротуаров. И поэтому, я думаю, безопаснее стало для пешеходов. И удобнее, конечно. Грязи нету. Не, гораздо лучше стало, конечно. Одни ямы? Ну, одни ямы были. А сейчас дорога хорошая сделана, тротуары, все вроде. Остановку только вот сделали, да, надо крышу. Остановки сделали с крышей. Крытый павильон на центральной автобусной остановке смонтируют на днях. В поселке уже оборудовано 6 остановок, 2 из них крытые. Все основные работы завершили в срок к 15 сентября.